Ремонт заканчивается, техника покидает участки. В Ульяновской области завершаются работы по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Напомним, регион вошел в федеральную программу в 2017-м. В этом году безопаснее и качественнее стали 65 километров или 25 участков дорожного полотна. Две недели назад, например, одни из местных подрядчиков закончили менять асфальт сразу на трех участках автотрассы Ульяновск-Ундры. Отремонтировали в общей сложности 5,5 километров дорожного полотна. Начиная от села Новая Беденьга, заканчивая поворотом на санаторий имени Ленина. Участки доведены до соответствующих стандартов геометрических размеров ГОСТа. Где-то на 8 метров увеличена ширина проезжей части, укреплены обочины, сделаны откосы, организованы новые светящиеся переходы. В двух местах заменены автопавильоны. На следующий год на данной автомобильной дороге, вкратце ее назову Ульяновск-Ундры, запланировано 3 участка по этой программе же БКД. Ремонтируем эти 3 участка, дорога будет у нас полностью приведена в нормативное состояние. Особое внимание уделяется контролю качества на всех этапах дорожных работ. При региональном департаменте автомобильных дорог больше 10 лет работает своя испытательная лаборатория. Мимо зоркого глаза ее опытных специалистов не пройдет ни один элемент асфальтобетонной смеси, будь то песок, щебень или битум. Керны или образцы дорожного полотна в лаборатории проходят испытания на прочность с помощью электронного пресса. На аппарате проверяют поведение дорожного покрытия при нуле 20 и 50 градусах Цельсия. На другом оборудовании контролируют плотность образцов и их водонасыщение. От этого показателя зависит, будет ли разрушаться асфальтобетон или нет. Но прежде чем начать проверку, керны взвешивают на весах. Прибор определяет вес точностью до 0,1 грамма. Кроме асфальтобетонной смеси, проверяется, конечно, качество уплотнения на объекте. Для этого отбираются керны из покрытия, в пределах требований строительных норм и правил. И испытываются здесь у нас, опять же, в лаборатории. Если какие-то нарушения по качеству уплотнения есть или зафиксируется факт, применение асфальтобетонной смеси не соответствующее требованиям ГОСТ, то пишется предписание подрядчику. Получается, при обнаружении дефектов подрядная организация должна в определенный срок отфрезеровать покрытие и полностью переложить асфальт. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.